Шайбы у игроков атаки Атланты. Вот уже, в общем-то, готовятся команды выйти на лед. Торпедовцы сейчас появляются на скамеечке. Вот как раз травма Георгия Гелашвили. Вы видите, с помощью партнеров он поднимается. На раскатке все это произошло. Очень, конечно, неприятная сейчас ситуация в Торпедо. Ну и самое главное, конечно, пожелаем Георгию Гелашвили скорейшего выздоровления. Вот так вот на одной ноге он прыгал с помощью докторов команды. И что-то, вероятно, случилось с правой ногой. Но будем надеяться, что Гелашвили совсем недолго будет вне игры. И пожелаем еще раз ему скорейшего выздоровления.